изготовлено приспособление для точения шаров и сферических поверхностей на токарном станке. Приспособление состоит из основания, на котором поворачивается поворотное устройство. Поворотное устройство к основанию крепится с помощью такой вот гайки. На поворотном устройстве закреплена стойка, которая может вставляться в разные резьбовые гнезда, то есть ближе или дальше от основания, от центра приспособления. Таким образом можно менять радиус шара. На стойке устанавливается резсодержатель и закрепляется с помощью такой гайки. У поворотного устройства имеется несколько резьбовых гнезд, в которые можно вставлять вороток, с помощью которого поворачивается поворотное устройство. В резсодержателе также имеются резьбовые гнезда, в которые можно вставить свой вороток. И таким образом можно поворачивать и резсодержатель. Все вместе крепится к суппорту токарного станка с помощью такого болта. В резсодержатель устанавливается такой вот резец. У него две режущие кромки спереди, как у отрезного резца, и сбоку для точения непосредственно сферической поверхности. При работе вот эта боковая часть окатывает и режет непосредственно сферическую поверхность шар, а передняя часть резца отрезает шар от заготовки. Вот так вот устанавливается резец и выставляется с помощью вот поворотного этого устройства, а все вместе поворачивается вот относительно оси приспособления. Работа этого приспособления показана на трех видеороликах на моем канале Анатолий Санде.